Ну что ж, уважаемые зрители, такая полуреклама. Просто изумительное видео, которое я хотел вам всем показать. Не мое, а у Альберта злого. Хе-хе-хе. Не злого он, конечно. Вышло великолепное видео «Полковник вопреки всему». Видео о истории М-14, о истории принятия на вооружение НАТО калибра 308, точнее, не 308, а 7,62 на 51. 308 – это гражданский калибр, для тех, кто не знает. Почему приняли М-14? Почему не приняли другой калибр? Какой, посмотрите на видео. История человека, который, реально говоря, послужил причиной такого странного выбора. Видео называется «Полковник вопреки всему». Великолепнейшее видео. Я, в принципе, редко делаю рекламу определенным видео, но в данном случае нельзя это видео обойти. А у Альберта подписчиков на данный момент всего 800 человек. Просто сюда многим не дойти. И у него просто талант для создания видео такого типа. Вот просто вот, по-другому не сказать. Я хочу, чтобы мои зрители узнали об этом видео, рассказали своим друзьям, сдали ссылку. У меня наверху в правом верхнем углу будет ссылка на это видео. Ссылка на канал будет внизу. Ссылка на видео тоже будет внизу. Пожалуйста, посмотрите это видео. Я думаю, очень многим из вас это будет интересно, полезно. И в принципе, чтобы понять, что как происходило. Потому что много чего здесь мне, например, было неизвестно. Альберт долгое время собирал информацию по этому материалу, по этой теме. Очень много собрал из разных источников. Но просто нельзя пропустить такое видео. Вот это все. Спасибо за внимание. Переходите по ссылке. Смотрите, наслаждайтесь.